Я сегодня буду показывать в этом ролике сначала, как мы заселились в комнату, как нас здесь кормят в столовой, какие процедуры мы здесь получили и пожелания самих отдыхающих. Это не только мое мнение, но здесь будет мнение наших как бы сотрудников, которые приехали сюда отдыхать. Они просто попросили указать. Но так как я не могу сказать, что все минусы, очень много плюсов. Но среди этих плюсов есть и минусы. И о них мы, конечно, хотим все это рассказать. И этим роликом я хочу, может быть, донести до администрации. Они исправят, и еще санаторий будет лучше, чем он есть. Очень много положительного, хорошего. Ну и покажу минусы. Комната. Комната, куда мы поселились, как вот видите вы в ролике, вот меня показывает, и вы видите, что мы довольны своей комнатой. И я как хотела первый этаж, так и получила, так как у меня болят коленные суставы. Комната большая, просторная. Здесь даже можно третьего человека подселить. Вот. Балкон очень большой, но нам не нужен был. И что теневая сторона, летом здесь очень прекрасно отдыхать. По комнате я ничего не могу сказать плохого. Вот, но последний момент, когда нам оставалось дней 5-6 отдыхать, во втором корпусе начали ремонт. Ремонт стали делать, это шум, гам, пыль. И уже эта неделя последняя, конечно, было неприятно это все слышать, но мы, как возрастные пенсионеры, мы все это выдержали, и все пошло прекрасно. Вот это такой вот минус, что нам не понравилось. Вот комната. Комната, телевизор в комнате. Да, кондиционер здесь есть. Две хороших кровати вместительные, такие тумбочки. Ну, бра. Ну, такая комната, она как бы не маленькая, хорошая, просторная комната. Вот. С этой вот стороны. И вот так вот. На балкон. Вот такой вот огромный балкон сделанный. Вот окна евро вставлены. Вот такой вот длинный. Сушилка. Там дальше тоже сушилочка. Но факт то, что я обратила внимание, 13-й год, если это белье было в процессе 5 лет, то я хочу сказать, что сохранилась она очень даже прекрасно. В очень хорошем состоянии, мягенькие такие полотенчики, очень приятные на ощупь. Так что вот это в этом плюс. Через 9 дней нам сменили белье. Чистенько, опрятно, вот как наши раньше времена накрахмаливали, прямо так вот приятно. Вот. Чистенько, без всяких пятен, очень приятно застелить. В этом очень большой плюс. Что-то столовую. Первое, что выразили все отдыхающие рядом сидящие, я не говорю про другие залы, их 4. Зала вместимости 1000 человек там, наверное, заселилось, поэтому залы 4, 3 на втором этаже и один зал был на первом этаже. Про те залы я не могу сказать, я хочу сказать про свой зал. И замечания, и плюсы. Очень хорошие были завтрак именно молочных каш, которые даже попросили меня показать. Я показываю ролик, что отличное качество приготовления молочных блюд – это каш. Но есть и несочетание с молочной кашей. Вот подавали капусту, значит, морскую капусту. Разве можно совместить утром морскую капусту с молочной кашей, рыбу? Конечно же, нет. Это очень несовместимо. Я не знаю, как повара там, может быть, по продуктам все это делали, но вот так вот у нас получалось. Заказывали одно, приносили как бы другое, и я к молочному жизни никогда не закажу себе рыбу, но, однако, они уверяли, что вот мы ставили галочки, хотя мы их и не ставили. Ну, вот такой вот минус в этом. Значит, что третье блюдо? Значит, до открытия столовой, вот мы несколько раз приходили к открытию столовой первыми, да, вот посмотреть, действительно ли холодное блюдо, как вот люди говорят. На самом деле это было так. Приходим,
И вторые блюда уже стоят холодные, и как бы неприятно их кушать. Сказали, что там есть микроволновка, но каждый день бегать и подогревать второе блюдо или первое там, ну это же не дело бегать по столовому, если у нас здесь столько человек, 100 человек в зале, и все 100 человек будут бегать к этой микроволновке. Это не обед, а какая-то беготня будет. Такой вот минус. Нам 60 плюс, но есть же люди, которые и 70 плюс. И люди, которые привыкли кушать кисломолочные продукты. Это, конечно, кефир. За вот эти все дни, которые мы там пробыли, 18 дней, нам никогда не подали кефира. Процедуры. Про процедуры я хочу сказать от себя лично, что нам просто с мужем повезло. Мы приехали оба с лечением, ну, как бы получили путевочки с лечением. А есть люди, которые именно даже и действующие были, и они не получили, получили путевку просто так. Приехали на море, дышите воздухом, соснами, а лечения как бы никакого, кроме как бассейна, ну и там может быть массаж еще какой-то. Остальное лечение у них не было. Вот. Но нам с мужем повезло, и мы получили лечение. Я даже могу сказать, что на 1100 человек 200 талонов, это как, конечно, мизер. Мизер и ну, никакого лечения. Я лично получила лечение очень даже неплохое. Я получила лечение коленного сустава эзокерит. Массаж воротниковой зоны при шейном остеохондрозе, это у каждого он есть, присутствует. Я его также получила это лечение. Расческу Дарсенваль, мне она очень нравится, я где отдыхаю, я всегда ее беру. Гипоксиотерапию, это горный воздух, это лечебный эффект, происходит от поочередного вдыхания разреженного и обычного воздуха, который чередуется по 5 минут. 5 минут принимаешь этот горный воздух, 5 минут отдыхаешь. Очень тоже хорошая процедура. Ну, кто живет в горах, они знают, как это хорошо. А мы не живем в горах, нам эта процедура очень нравится. Где лечение? Также сам получили поясницы. Пили кислородный коктейль, настои трав, ну и лечебный, конечно, бассейн. Вот. Ну, вот такие бассейн. Про бассейн, вот я лично от себя, я не могу ничего сказать. Мне бассейн понравился. Бассейн понравился, и всегда теплая вода, чисто, прекрасно. Но немножко, конечно, хлоркой подпахивала, но это все такой наплыв людей, что другой раз и места не было проплыть, проплываешь и как бы тесно. Вот. И, естественно, большой наплыв людей, и, конечно, наверное, хлорирование нужно обязательно, это мало ли что. Поэтому я за вот это ничего. Но в душевых у нас постоянно выходили из строя душевой этот шланг выходил из строя. И когда не придешь, из трех кабинок только работает две или вообще одна. Вот это замечание я обязательно хочу именно привлечь администрации, чтобы это замечание устранили. Потому что при таком скоплении народа и стоять, ждать, пока человек помоется, это, конечно, нехорошо. И еще пожелание такое бассейн. Хотя бы решеток несколько, пару-тройку решеток, потому что пол всегда мокрый. И когда одеваешься, бываешь обувь, это вода. И, ну, я не знаю, мы как бы помоложе можем ногу поднять хорошо, а есть же и в возрасте пожилые, которым тяжело поднять на скамеечку ногу. А когда решетка была бы внизу, было бы очень даже хорошо. И, да, хочу еще три слова сказать о аниматорах. Это просто ребята. Это, я не знаю, просто молодцы. Они заряжают не только детей этой позитивной программой, но и взрослые не могут стоять. Они устраивали в обеденный нам перерыв, концерты устраивали.
песни пели, танцевали, веселили нас. Мы просто в восторге от этих ребят. Они подготовили новогодний праздник, вечер, дискотеки. Они веселили и детей, и взрослых. Просто браво, молодцы. Я от себя лично, нашей медчасти, которая нам выдала санаторные путевочки с лечением, выражаю огромную благодарность, так как мы приехали и получили то, что как положено отдыхать в санатории. Полностью получили реабилитационный этот период и с лечением. Поэтому еще раз благодарю. Спасибо огромное.